Детский сад, малыши туда спешат. Вот уже 26 лет двери ДОУ «Теремок» гостеприимно распахнуты для наших маленьких воспитанников. Их радушно встречают воспитатели, и каждый педагог знает, пришла в детский сад, улыбнись на пороге. Все то, что ты детям даешь, тебе возвращается вдвойне. В настоящее время детский сад посещает 150 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Научить детей общаться и сопереживать, дружить и слушать поучительные сказки и истории, привить десятки мелких, но важных навыков от завязывания шнурков до помощи близким – вот задачи, стоящие перед сотрудниками ДОУ. А это заведующая, старший воспитатель, психолог, музыкальный руководитель, воспитатели, старшая медицинская сестра и наши незаменимые помощники-воспитатели. Среди воспитателей много молодых специалистов, а также воспитателей с большим педагогическим опытом за плечами. Высокий профессионализм в работе педагогов отмечен грамотами администрации города Амросиевка. Основные направления работы ДОУ – это познавательное развитие, физическое развитие, которое включает в себя организацию здоровья сберегающего пространства, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное, речевое, нравственно-патриотическое воспитание. Повышение профессиональной грамотности педагогов – это наш конек в работе. Это педагогические советы и психологические тренинги, консультации и мастер-классы, конкурсы, изучение и обобщение передового опыта, курсы повышения квалификации и инновационная деятельность. Педагоги являются постоянными участниками конкурсов различного уровня, делятся своими разработками в сети интернет. В своей работе педагоги сочетают различные формы работы с детьми, образовательная деятельность, развлечения, праздники, игры, соревнования, экскурсии. Этот садик самый лучший на земле. Как нигде всему научат, весело здесь детворе. Вот по чтению урок, кто не знает букв, научим. Циферки сложились в ряд, рады дети их считать. Детей приучают усердно к порядку, приходится многое им объяснять. И как умываться, и делать зарядку. И мамы спокойно бегут на работу. Родители знают, их дети в надежных руках. За состоянием здоровья детей наблюдает компетентная медсестра. Она также проводит профилактические мероприятия, санитарно-просветительскую работу с педагогами и родителями. Наши помощники-воспитатели заботливы и приветливы, следят за чистотой в группе, обеспечивают своевременный прием пищи детьми. Нельзя не сказать о работе поваров. Это первоклассные специалисты, и еда всегда вкусная, как дома. Предметно-развивающая среда в Теремке обеспечивает безопасность жизнедеятельности детей, способствует укреплению здоровья, комфортному и эмоциональному благополучию каждого ребенка и взрослого. Нельзя не вспомнить о нашем светлом и красивом музыкальном зале, в котором проходят утренники и развлечения, праздники и конкурсы, встречи с педагогами других садов и родителями. Музыкальное сопровождение праздника обеспечивает опытный музыкальный руководитель. А дизайном зала к празднику дружно занимается весь коллектив. Ребята нашего детского сада уже несколько лет подряд участвуют в танцевальном конкурсе «Хрустальный башмачок», где занимают призовые места, а также выступает с концертными номерами на городских сценах. На базе детского сада образовался танцевальный коллектив «Элегия», в котором принимают участие молодые сотрудники Теремка. Для полноценного развития личности ребенка необходимо взаимодействие педагогов и родителей. Эта работа в ДОУ вышла на высокий уровень. Совместно с родителями проводятся собрания и диспуты, веселые старты, консультации и анкетирование, совместные занятия, праздники, развлечения, квесты. На базе ДОУ был проведен конкурс среди родителей «Семья года 2017». Активное участие родители принимают в фотовыставках, выставках поделок к различным тематикам и праздникам.
Детки в садике живут, здесь играют и поют. Детский сад – второй ваш дом, как тепло, уютно в нем. Вы его любите, дети, самый добрый дом на свете.